Здравствуйте! Итак, сегодня мы с вами будем говорить, как добавить трейлер на канал. Для тех, кто начал смотреть видео с этого, я предлагаю вернуться назад, если вы не полностью владеете информацией по YouTube, пересмотреть. Вот здесь я размещаю ссылочку на предыдущее видео. В нем речь шла о том, как правильно добавлять видео на YouTube, для того, чтобы ваше видео было заметным и приносило вам посетителей на канал. А сегодня, как я уже сказал, мы с вами будем учиться добавлять правильно трейлер на канал. Что такое трейлер? Значит, вот как это выглядит. Трейлер – это приветственное видео, которое размещается у вас на главной странице канала и показывается всем входящим на ваш канал. То есть это видео, которое в большем формате выложено, оно сразу бросается в глаза. Здесь у вас есть возможность выложить презентацию, кратенькую презентацию вашего канала, рассказать пользователю, что он увидит на вашем канале, чем он его может заинтересовать и ради чего ему необходимо подписываться на ваш канал, какую пользу от вашего канала он получит в будущем. Вот этот трейлер мы с вами сегодня и будем размещать. И вот это описание. Итак, как это сделать правильно? Значит, вот наш канал. Как вы видите, на сегодняшний момент здесь нету места под трейлер. То есть оно не выделено. Значит, для того, чтобы включить место для трейлера на своем канале, необходимо сделать следующие вещи. Вы переходите вверх, сразу под шапку вашего канала. Нажимаете на карандашик. У вас открывается меню. Вам нужно выбрать «Изменить настройки обзора». Переходите. Значит, в самой верхней части здесь есть такой пункт. «Посмотреть». Значит, его необходимо включить. Вы включаете и нажимаете на кнопку «Сохранить». Сейчас перезагрузится окошко. Как вы видите, у нас окно трейлера на канале появилось. Теперь что нам нужно сделать для того, чтобы в этот трейлер добавить видео? Вы нажимаете на вот эту кнопку «Трейлер канала». И из тех видео, которые добавлены у вас на канал, вы можете выбрать любое для того, чтобы оно стало трейлером канала. Итак, вы его выбрали и нажали на кнопочку «Сохранить». И вот что происходит. Значит, обратите внимание, у вас это видео стало в трейлере канала. Вот. И описание к этому видео, которое вы разместили, вот оно здесь же и появилось. Вот. Значит, вы можете посмотреть, как увидят. Вот сейчас вы видите изображение, как будут видеть вашу главную страницу канала те люди, которые еще пока на него не подписаны. А те люди, которые уже подписались на ваш канал, ваши подписчики, будут видеть ваш канал вот в таком виде. То есть трейлер тут сворачивается в половину. Вот. А здесь будут размещаться дальнейшие ваши видео, которые вы будете добавлять. Итак, сегодня вы научились активировать окно трейлера на канале и добавлять в него видео. Подписывайтесь на канал. Дальше я вас научу фишкам, при помощи которых вы сможете собирать подписчиков на канал. Научу, покажу, расскажу. Это достаточно несложно. Узнав эти фишки, вы сможете самостоятельно собирать подписчиков на канал и таким образом привлекать людей и зарабатывать на трафике. Подписывайтесь. Дальше будет интересно. Спасибо. До новых встреч.